Всем привет, друзья! Вы опять на моем канале Тимур Майнкрафт. И, ребята, это первое видео, где мы открываем лаки-блоки. Ребята, кстати, я нашел редкий биом. Вот, ребята, кстати, мой товарный поезд. Зацените, кстати. Вот, ребята, смотрите, тут у нас есть вагон-хоппер. Две цистерны, крытый вагон и опять вагон-хопперный. И у меня есть ровно 100 логи-блоков. Я взял себе алмазную кирку, алмазный меч, 5 ведер молока, мало ли на меня наложится эффекта слепоты, замедления. А также я переоделся в алмазные доспехи. И, ребята, у нас уже заранее стоит еще один логи-блок, так что мы сегодня откроем не 64, а 65 логи-блоков. Ну-ка. Я же в креативе, не надо перейти в выживание. Все, ребята, мы с вами в выживании открываем этот лаки-блок. Так, у нас вот есть два сундука края. Поставим его прямо вот здесь. Кстати, ребят, ходи, прикол. Если, например, если я положу алмазный меч, то во втором тоже будет алмазный меч. Если я уберу алмазный меч, то и в этом не будет алмазного меча. Кстати, ребята, это похоже на разрушенный портал старых версий Майнкрафта. Ладно, пускай тут стоят как декорация. Так. Оба, ребята, это же шерсть всех цветов. О, ребята, они мне почти весь инвентарь заполнены. Не-не-не, это надо выкинуть. Ребят, если мне будет выпадать очень много лаки-блоков, наверное, скоро от этой карты ничего не останется. Итак, ребята. Открываем этот лаки-блок. И, друзья, пожалуйста, не ленитесь. Подпишитесь на канал, поставьте лайк и нажмите на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о выходе моих новых выпусков. Поставили лайк, подписались на канал, я подожду. Подписались? Давайте откроем. Опачки, ребята, это что? Это херозелье! Это херозелье! Ну ладно, я его выпью потом. Так, следующий логи-блок откроем на вот этой желтой таракоте. Так, тут у нас две черные шерсти. Зачем она мне? И яйцо дракона края. Кстати, ребята, давайте мы заберемся на гору и посмотрим мой товарный поезд. Ай, больно в ноге. Так, ребята. Вон, ребята, мой товарный поезд. Давайте я сейчас приближу. Вон, ребята, видите, паровоз. Короче, ребята, вы не поверите, у меня только что вылетел Майнкрафт. Я опять зашел. Надеюсь, он сейчас не вылетит. Так, ребята. Ну, короче, вы видели этот товарный поезд. Я его вам вначале показывал. И что, ребята, давайте откроем этот лаки-блок. Вы это видели? Вы это только что видели? Что это был за зеленый экран? Кстати, ребята, тут еще нужен таймстейт 1000, потому что я не люблю, когда ночь в моих роликах. Вот, ребята, все. Установлено время 1000. И давайте следующий лаки-блок откроем рядом с моим товарным поездом. Надеюсь, он не пострадает. А, так это всего лишь алмазный блок. Давайте его добудем. Это будет мой первый трофей. О, мы теперь алмазы можем скрафтить. Так, что тут? Опачки, ребята, это уже у нас херотопор. Астета 1, небесная кара 3, эффективность 4, прочность 3, удача 3. А, то есть, когда мы срубим дерево одно, у нас выпадет два дерева. Надеюсь, так работает. Так, тут у нас есть тушеные кролики. Мне нужен только один. Много мне не нужно. Ну-ка, тут что? А, это у нас 8 выбрасывателей. Нафиг мне они нужны? Мне не нужны выбрасыватели. Я не фанат механизмов. Если что, выбрасыватель это тоже механизм. О, это же у нас говядина и стейк.
Правда, мне сейчас нельзя кушать. Я еще не голоден. И что тут? О, ребята, это же звезда Нижнего мира! Нифига себе! Опа, ребята, это же у нас бонусный сундук. Что тут? А, это сундук как в пирамиде. Понятно? О, ребята, смотрите, это же овечки, мистер Радуга. Здравствуйте. Здравствуйте, господин мистер Радуга. Здрасте. Привет. Бонжур. Михао. Я китаец. Так, что тут? Опа, ребята, забиваемся в угол. А что, так можно было, что ли? Опа, ребята, я выжил. Я, ребята, просто выжил. А теперь мы просто можем забрать эти наковальни. Можем что-то в них переименовать. У меня что, разбился шлем? Я сейчас хочу плакать. Ну-ка. Это у нас лаки-меч. Ну что, ребята, это, наверное, последний лаки-блок. И тут деревянный комплект инструментов. Ладно, на этом мы будем заканчивать. Ждите вторую часть. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о выходе моих новых видео на канале. С вами был Тимур. Всем до новых встреч!